Друзья, всем привет. В общем, думаю, как назвать видео свое сегодняшнее. И, значит, после дам вчерашних комментариев, мне понравился там коммент один. И там прозвучала такая словесная связка «Сказки для недалеких». Вот. И я даже подумал о том, что, может быть, стоит переименовать канал. Вот, ну не знаю, прям как-то так юмористически это звучит. Я там какую-то вот увидел в этом такую юморинку веселую. Вот, и меня как-то позабавило. «Сказки для недалеких». Так что продолжаем, друзья мои, цикл серии «Сказки для недалеких». Вот, сегодняшняя сказка у нас будет называться «Шартовый лонг». «Шартовый лонг», она будет называться почему? Потому что шарты вытащили наверх. Сегодня, ну, вчера я не буду повторяться, я говорил, что я настроен был шартово по итогам вчерашнего дня. И там, ну, глобальные цели для лонга, которые я ждал сегодня, это в районе там 49-80. Ну и, соответственно, утром я спал, когда вот был этот момент шартовый, потому что просто, ну, я вчера там чуть не до 5 утра клеил этот видос. Ну и, соответственно, тупо спал сегодня. А утром здесь вот, ну, достаточно интересные были моменты. Вот здесь мы накопили объемчик, да, его там видно на кластерном, да, кто смотрит эти вещи, увидит. Его вот так вот отложнили нижнюю границу и вытащили наверх. И в моменте здесь вот, ну, собственно, было понятно, что вроде как лонги. И здесь, видите, даже тест вот этот вот был, да, верхней границы и попытка уйти наверх. Но здесь вот ловили тоже, сдерживали. Потому как здесь вот есть встречная гирлянда, да, из которой мы вылезли вот сюда и перебили вот этот вот лонговый объем. Соответственно, последний шартовый у нас, он является приоритетным. Мы видим, что был потом тест его, да, вот, и, собственно, мы очень хорошо так, достаточно легко пошли вниз. И я так понимаю, что вот эта вся конфигурейшн, то есть вот эта вот вся такая размашистая, немного размазанная торговка, она, ну, собственно, вся накапливалась на пробой вот этого уровня. Ну и, соответственно, если бы он был пробит и мы пошли ниже, то я полагаю, что мы как раз бы пришли на цели вот эти 49-80. И только там можно было ждать какого-то вразумительного лонга оттуда. В этой связи, соответственно, когда я подключился сегодня, увидел то, что вот здесь тест состоялся, и мы вот здесь вот шартовый объем спозиционировали. Дальше была попытка его вынести вот здесь, которую поймали опять же таки, да, вот этими объемами кластерными, они здесь видны. И из них мы прямо импульсно пошли вниз, и я зашел. Ну, она получилась сделка пробойная, да. Но, по сути, она была вот, ну, на продолжение. Она была на продолжение вот этой вот конфигурации, которую я вам обрисовал. То есть, если мы сейчас все лишнее вот сотрем, просто вот как-то так вот это пометим, то вот у нас был, да. И, соответственно, выход из этой консолидашки, потом тест ее. И вот это вот, грубо говоря, вот здесь был вход на продолжение вот этого движения, да, которое должно было пойти дальше, по идее. Вместо этого что мы увидели? Мы увидели, что маркетами вытащили все эти шарты наверх и перехаили, ну, уже сейчас по факту перехаили вот эту штуку. Ну и в момент, когда я увидел, что эти шарты вытаскивают наверх маркетами, я просто реверснулся здесь, не дожидаясь стопа, там несколько тик, я просто ревернулся и перевернулся, собственно, в противоположную сделку, то есть в лонг. И я думаю, что лонги мы сейчас достаточно интересные увидим. В том плане, что, ну, я жду их какими-то размашистыми, такими, достаточно интересными. Почему? Потому что, ну, собственно, а что? Мы уже всех развели. То есть шарты мы развели, лонги мы вытащили. Ну, и если только, конечно, мы сейчас не начнем вообще какой-то запил дикий, да? И, собственно, со временем мы только узнаем, что, оказывается, мы еще раз развели лонги, и потом еще раз развели шарты и так далее. Но в моменте, вот, да, в моменте сейчас то, что я вижу, на самом деле это очень лонговая ситуация, как мне кажется. И я думаю, что возврата уже не будет туда, на прежние отметки. Ну, потому что все уже там сделали, все должны были. Захват ликвидности произошел.
Вот, и, собственно, что... Ну, сейчас мы здесь немножко постоим. Почему? Потому что мы здесь перехаили сегодняшний день, сняли стопики, да? Вот, и, соответственно, там... те, кто входил там в продажи, был откуп какой-то этих продаж, да? Ну, и, соответственно, эта болтанка цены там сейчас будет. А дальше, я думаю, мы продолжим движение и, ну, по крайней мере, 52.08 мы дадим. 52.66 мы, я надеюсь, тоже дадим. И 53.08 я тоже надеюсь, что мы дадим. То есть это мои цели. 52.08 я уже сказал, что это хай вчерашнего дня. Ну, там, может быть, на пару тик лучше, да, чтобы уж так наверняка. 52.66 вы увидите прекрасный этот уровень на дневках, в который мы стучались. Потом был ложняк этого уровня, и мы ушли вниз. И последняя цель — это 53.08. Это разворотная шапка шартовая, которая была в пятницу. Я там шортил. Ну, чуть-чуть получше я шортил там, не именно в этой точке. Но полагаю, что именно в этой точке находится point of control. То есть я там не натягивал, ничего не смотрел, но вот так вот визуально, как я вижу, мне кажется, вот это вот хороший уровень на выход. А реально цели по сегодняшнему лонгу — это перехай 53.32. Ну и, соответственно, поскольку хай-то, в общем-то, такой он... это перехай может быть не просто перехай, как типа двойная вершина, да, и потом свал вниз, а это может быть вообще продолжение движения недельного. Понимаете, то есть... мы можем пойти выше значительно. Это. Поэтому те цели, которые я поставил, я считаю их более чем вероятными. Более чем вероятными. Поэтому, друзья мои, будем ждать, что и как будет развиваться в сегодняшней серии наших сказок о трейдинге, да, сказки для недалеких. Вот, и, соответственно, что у нас будет сегодня? Либо второй стоп и окончание торгов на сегодняшний день, и, так сказать, да, позорище, вот, мое локальное. Либо мы увидим исполнение того сценария, который я вам сейчас очень подробно обрисовал. Поэтому не переключайтесь, друзья, смотрите, подписывайтесь на наш канал «Сказки для недалеких». Вот, здесь будет много интересного. Сказки ложь, давний намек, добрым молодцам урок. Подписываемся, не переключаемся, смотрим, наблюдаем. Итак, друзья, в общем, я устал просто сидеть тупо, банально. Число опять, как вчера, там сидеть до утра со всякими этими видосами. Я видео писал, но, честно говоря, обрабатывать его мне лень. То есть, ну, как бы вот эту... можно... весь день вот этот сейчас запихать там в минуты полторы, да, чтобы он на ускоренной все это показал, но это займет кучу времени отмасштабировать это все. Поэтому, ребят, сделаю такое вот короткое видео о концовке и просто слеплю с тем началом, которое у меня уже было. Итак, цель забрали, и я сейчас просто закрою вот прямо при вас остаток. Просто по рынку. Тупо. Вот, я закрыл весь остаток, то есть не хочу больше сидеть, устал я. Посмотрим, что здесь получилось в итоге. Вот так оно получилось. Хотя я остаюсь при своем мнении, да, то есть все, что я озвучивал утром, это все, я думаю, будет продолжено и завтра. Вот, так что все цели те же, посмотрим, может быть, завтра они отработаются, может быть, они послезавтра отработаются, но они на этой неделе отработаются точно. Я думаю, завтра будет продолжение, ну, может быть, с каким-то там небольшим отъездом назад, все зависит от того, как сегодня мы день закроем. Если мы сегодня закроем 52-53, где-то туда хотя бы. Да, вот 52.60 вот сюда закроем. Туда чуть-чуть откатим и продолжим. Вот. Но в любом случае на этой неделе. Итак, сегодня один единственный трейд был. Вот, то есть у нас вот вчерашняя, да, тема. Видим, да, то есть что здесь ничего больше не было у нас.
Вот один был, одна была попытка залезть в шорт на пробое, вот, и тут же мы развернулись, и я зашел в лонги, и вот я сидел весь день. Это я зашел где-то в районе там 3 часов дня. Выхожу я уже, вот у нас час ночи. Местное время, по Москве 12 где-то. На всем, друзья мои, у меня все. Всем успеха, удачи, мира и процветания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не переключайтесь. У нас еще будет много-много-много недалеких сказок для недалеких. Всем спасибо за внимание и пока!